В Уральске рекультивируют полигон твердых бытовых отходов. Проект стоимостью 12 миллиардов тенге уже прошел госэкспертизу. Работы рассчитаны на 3 года. В первую очередь специалисты должны сделать отвод опасного газа, накопившегося там за десятки лет. Кроме того, планируют построить новый полигон. Действующая свалка свой ресурс исчерпала. За 50 лет на 35 гектарах скопилось почти 2 миллиона кубометров отходов, рассказал заместитель акима города Жандос Дюсингалиев. Мы должны построить новый полигон, который будет находиться в 7-8 километрах отсюда, в сторону поселка Белес. Это уже находится на приграничной территории с Батирийским районом. Там уже тоже мы разрабатываем ПСД на строительство нового полигона. Скорее всего, мы зайдем на экспертизу на следующий год, потому что тоже сумма проекта будет очень большой. Ожидается около 20 миллиардов тенге, но пока первоочередно наша задача сделать рекультивацию существующего полигона.